Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Ежедневно мы рассказываем о непростых судьбах популярных людей и знаменитостей. Все чаще нас сотрясают новости об уходе популярных актеров, певцов и режиссеров, тех, кто выходил на сцену ради улыбок собственной публики. Такие события происходят не только с людьми творческих профессий. Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни. Об этом в четверг на своей странице сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. По словам Неверова, благодаря профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям, Лариса Кожугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Причину смерти Неверов не уточнил. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Надежда Малышева, Борис Корчевников, Виктор Шейнин, Владимир Соловьев уже выразили слова соболезнования.